девочки-телефонисты. И вот уже от елки до осинки, как провода сверкают паутинки, звенят звонки. Внимание, внимание, прослушайте осенние задания. Алло, медведь, вы слышите? Да-да. Уже не за горами холода, пока зима не подошла к порогу, вам нужно срочно подыскать берлогу. Звенят звонки у белок и ежей, от верхних и до нижних этажей. Проверьте поскорее свои кладовки, хватает ли припасов для зимовки. Звенят звонки у старого болота, у цапель все готово для отлета. К отлету все готово. В добрый час, в апреле снова ожидаем вас. Алло, зайчата, слышится из трубки, идет зима, скорее меняйте шубки. Звенят звонки у липы и у клена. Алло, скажите, кто у телефона? Алло, у телефона муравьи, закройте муравейники свои. Скажите, это речка? Речка, речка. А почему для раков нет места?